Так, ну что ж, поедем обкатывать новый танчик. Посмотрим, на что он способен. Ну я уже. Даже новость в ленте появилась о том, что подарок. Я сейчас даже недолго буду играть, я потом пойду на встречу и тогда буду дальше играть. Ага. Новогодний экспресс набирает ход, только вот что это проводник. Только вот что это проводник в купе стучится. Экстренная остановка, проблемы с документами, не переживай, повод приятный, тебе подарок. Всем, кто в 20-м хорошо себя вел, метко стрелял и вел команду к победе, полагается вознаграждение. Разумеется, ты в их числе. Отправляйся в хранилище, открывай подарочный контейнер и получай Т-15, сертификат на камуфляж, 202 тысячи серебра и 3 дня прем-аккаунт. Круто. Круто. Теперь остается только его обкатать. Папа сегодня на работе остался. Потому что как обычно это. Скажем, что там ничего не надо сливать, а потом, когда он начинает уже уходить, то не говорят. Ладно. Мы начинаем. А, пришел станок, понимаете, как он. А это надо было. Ты мне потом в Дискорде скинешь свой никнейм. Вот это нашел. Ой, да. Ой. Не, ну веселый танчик. А, я сколько играю в этот блиц, и столько неадекватов вижу, что просто забей. Да, их там много. Такое ощущение, что чувак играет с телефона. Я мог с тобой тоже с телефона поиграть сейчас.
Ну, с телефона сложно. Это вообще не буду. С телефона сложно, к сожалению. Я играл. Так. А мне, кстати, вчера выпала Матильда Блэк Принц тут. Тоже скорострелка, блин. Альфа, правда, маленькая, но в целом на гусле держать только в путь. Так, я вижу, ты в Steam зашел. Да, я в Steam. Броня не пробита. Броня не пробита. Пробил. Есть пробитие. Пробил. Пробил. Там, по-моему, есть пятый. Ой, господи. Чё есть? По-моему, у меня пятый. Господи, я вот сколько играю, блин, меня постоянно поражает в этой игре то, что здесь стадный инстинкт в разы больше, чем даже у больших танков. То есть они бросают все направления и... Все мрыл едут на одно направление. Они тут тактики вообще никакой нет. И играть по тактике здесь одно безумие. Если ты один особенно. Если ты с кем-то во взводе, то еще вдвоем можно как-то отыграть. А если ты соло катаешь, ну это брейкбол. Тебя сразу толпой съедают, и пока твои союзники там где-то по кустам сидят, и ты ничего себе. Какая бы у тебя ни была бы броня, какая бы у тебя ни была бы пушка, тут бессмысленно вообще надеяться на помощь союзников, которые вообще не реагируют на то, что ты там кричишь «помогите» или еще что-то там. Ты на России же? Да. Так, ладно, сейчас. У меня будет первый уровень, потому что я же не через этот хожу. Не через Google. Ну ты же через... Нет, там же войти можно через Facebook и через Steam. Да. Ну, а у меня в Facebook нет аккаунта, который был на телефоне. А, ну скинь мне тогда никнейм свой в Discord, я тебя найду. У меня такой же никнейм, как и в Стиме. Сейчас я... Скопируй тогда его, ставь. Что у меня он тоже здесь такой же, как и здесь, но только с припиской единичка, блин. И с маленьких букв.
Сейчас обучалку пройду. А, ну да. Ага. Нормально. После родов нельзя убираться. Заявила такое. Прикинь? Нормально. Не, ну конечно, это жестоко он ее там. Ну тут 5 чуваков, и из них, блин, это просто, конечно, забей. Так. Ну что ты там, прошел обучалку? Да кого я только начал обходить. Обалдеть. Так ты мне в Дискорде никнейм скинешь. Пока ты там проходишь, я тебя найду. Я только могу, когда закончу, потому что я... А, я понял. Ну я попробую сейчас так скопировать. Так. Хотя подожди. Я же его в Москве пробивал. Так, друзья. Так. Так. Профиль. Так, у тебя Егор.быков 2004, да? Да. Нет, я имею в виду в лице. А! Сейчас я уже допрошел. Ну давай. Я тогда пока закрою Steam. Просто я это... Ник уже занят. Выбирайте другой никнейм. Ну делай тогда и скидывай. Я сегодня Аришке написал, типа, когда поиграем в Блице. Она такая мне отвечает, типа, когда каникулы будут. Я такой, понял. До каникул еще далеко.
Что скинул? Скинул все время. Так, ага, понял, копирую. Копировать. Переходим сюда. Так. Контрола. Так, ага, нашел. Сейчас до конца обучения пойду. Я тебя пригласил во взвод. Добавил друзья. Так. Чат, поиграю. А то он тут это. Просим ходить. Ну давай, я тогда сейчас тоже единичку возьму какую-нибудь, чтоб, так сказать, не скучно тебе было. Нет. Интересно, я вот не обратил внимания, барабан есть на пилу? О, есть, да, кстати. Вот этот танчик. Сейчас себе тут забубеним. Вот такой вот. А. Твою мать. Так. Сейчас буду подскажу. Давай. Так. Снаряжение. Окей. Так. Советов Т-26. Нахрен мне ваше золото, блин, за золото. Я, может, за серебро хочу. Так. Я два танчика взял для тебя, так сказать. Так, интересно, я могу тебя пригласить в клан? Следуйте. Так. Ты там приглас принял, не? О, а так сколько тут боев надо провести? Бесишь. Я уже устал играть эту обучалку. А, да там пара боев всего.
Так, приглашение в взвод отправлено. Игра в клан взводе увеличивает на 50% количество опыта, попадающего в снабжение и личный доступ. Магики нет, нет, другое мусика. Берем, 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 бандан, берем, бандан, берем, бандан. А чё тараном урон наносится вообще? А чё? Сейчас, ещё минутку. Только тише ты, сделай его. В принципе, в танках в больших сжимаю эту мышку, когда уже секунды подходят. Ну так естественно, лежишь на одной стороне. Так. Так. Второй уровень исследовал. Да, ты что, молодец. Я выбрал Европу. Пять танков убить, чтобы воина взять? Не знаю. А я, кстати, могу глянуть сейчас. Ну да. Не. У меня, короче, 23 воина. Чтобы взять воина, нужно убить не менее 4 машин за бой. Да не, нормально. У меня 26 основных калибров. 30 поддержки. 3 егеря, блин. Нихера, 2 медали Колобанова. У меня на основе Колобанова нет. Тут есть. А тут есть, короче, прикинь. Медали Хвеслайха, ну это за... Так почему рикошет? Медаль Орлика. Невозмутимо это есть. Спартанец. А, у меня. Так у меня наград, тут мое почтение, блин. Не, ну то, что у меня 2 медальки Колобанова, это, конечно, вообще. Так у меня тут 418 боев и процент побед 57-42, прикинь. Что у меня также был на том аккаунте? У меня там было 62, что ли, или 61 на телефоне, когда я играл. Точность стрельбы 86-65. Средний урон 741. Да, после больших танков в эти заходишь, думаешь, господи, какое это наслаждение. Ну, она не горит от союзников. Да. Не, есть, конечно, нюансы, когда тебя бросают на одного на фланге. Но, блин, это не критично, скажем так, в отличие от больших танков. Я сейчас еще в первом же бою возьму воина, вы чё? Я тут уже Т-34-85 выкачал, П-43 бис, Шуршуля 7-го, блин.
Так, ну пока ты там тогда проходишь, я тогда поеду каточку скатаю. Так, а бесплатного внешнего вида нету, да? Серьезно? Все платное. А, не, я просто не туда нажал. Основной калибр, воин. Ты вы что, серьезно? Тогда. Ты сколько боев можно играть? Ой, господи. Совета купим. Все, я сделал. Молодец, сейчас туда катку отыграю. Ты там пока приглашу, понимай. Так, HTC, Tiger, 152, СТО. Бой начинается. Но здесь я не знаю, HTC, наверное, здесь им будет. Если в больших танках это один из кактусовых танков, то здесь, наверное, он имба. Вот, только вошел в игру, только зарегистрировался. Уже 3 дня прямо, 200 кредитов, 10 тысяч кредитов. Я поиграл. И камуфля. Вот это я понимаю. Только зашел, а тут уже тянет. Да, я вот только в бой вышел, меня обоссали. Тоже боевой фокус есть? Да, но он, блин, только верхний, и только там, чтобы полностью его взять, там надо донатить. Нет, в принципе, во всех результатах. Сколько он стоит? А, 4 бакса? Да. Награды за основной пропуск купили. Ни хрена у него альфа 310, серьезно. Так, ну чё? Так. Какой ты там уровень берешь? Сейчас я тут. Поеду на совете. Поехали. Блин, вот раньше окошко загрузки тоже ж было в танках, в больших танках таким же показывалось, на каком уровне сколько машин играет. А сейчас хрен. А сейчас только сколько машин вообще теоретически. Блин. А я всегда эти кустики вставал, стоял, стрелял.
Не, а мне нравится угол карты. Там можно бункера поиграть. У меня сегодня вот больше там горело. Сегодня? Ага, зашел. У меня вот на Т-28, который на Т-28, у меня сыграно 5 боев и 6 боев 0 побед. Просто 0. Пробил. Пробил. А я его побил. Да блин! Пробил! Пробитие! После его союзник взял, выдохнул. Пробил! Мы просто его перелетел с нами. Пробитие! Давай, блин. Готов! Они никуда проехать не могут, Карл. Готов. Мы с тобой тут просто вдвоем стоим. Тут один остался, поехали. Вдвоем просто тупо их сдержали. Вот это я понимаю, тимплей. Все в сухую. Но. Третья степень. Это что еще? Точно новые какие-то награды появились. Ну да. Вообще ничего не понятно. Так. А, я уже второй уровень исследовал. Молодец. За... Так, первый уровень. Подавать. А чего выпал? Я взял пазика второго. Первого уровня. Ты можешь уже второй уровень брать, если есть. Да. А у меня все. Второй уровень, второй уровень. Сейчас, погоди-то, прикуплю второй уровень. А то что у меня. Вот этого парня возьму. Есть у меня. Так. Так, 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 так. Сейчас я вот тут. Хотя внешний вид у меня не критичен. Так, готов. Вот это я понимаю тимплей, блин. Просто за этом против них там сколько было? Трое? Четверо. Четверо, и мы вдвоем. Ну это видишь еще за счет того, что у нас у меня барабаны, у тебя цикличка, мы их получается по шурику так развалили. Ты что, на бомбу поедет? А мы успеем на нее. Я успел тогда на этот танк. Поехали попробуем. Просто у меня чувство, а не баг будет. А, я это, со стрелковым чувствую, кстати. Пробил. Пробил. Есть пробитие. Пробил.
А тебя что, уже все, что ли? А, нет. Этот соло чела убил. Красавчик. Да, крайсеры, втором просто чел стоит, смотрит, камушек разглядывает. Да, нормально. С этой игрой все нормально. Что какой-то вообще косой? Что вообще косой какой-то? Что какой-то блин, заторможенный слишком. А, сука. Т-26 меня все-таки, блин, выпас. Мы тут поиграем, потому что у нас это... У нас лол стоит возле респа. Ладно, поехали на других. У тебя двойка одна была, да? А, у меня две двойки. А, две двойки, ну сейчас я вторую тогда возьму. Бурум-бурум-бурум-бум-бум. Так. Так, нет. Так. 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 Это организация данных еще и зависела. Нормально. Это интересно. Это что вообще сейчас было? Два боя, две победы, 100%. 702 урон. Понимаю, блин. А, поражение на рудниках. Ну, это не удивительно, в принципе. Учитывая, что у нас один олень на базе стоял. У нас тот, который подъехал кайсер к этой горе. Он просто... Он не попал. Телефона, походу, сидели. Наверно. $290 У тебя, что ли? Да. Да, я у Егора спрашиваю. Я тут все эти заберу. Давай.
у меня тут просто вся графика без хп. Чего вся графика? Высокая. Не, я на минималке играю. Учитывая то, что я записываю, как бы мне очень важно, чтобы FPS был нормальный. Так. Терем. Так, ну что, попробуем горку забрать. Ура! Поехали! Да мне прицеливание не нравится. Попал. А я его не побил. Он бортом едет, не он. Давай этого съедим, потом базу проедем себе. Пробил. Я его не пробил. Забирай. Пробитие. Нет, паника пошла, понимаю. Ну, бывает, понимаю. Пробил. Нормально. Круто. Чё, на этих же? Или ты там уже тройку открываешь? Не знаю. Да, я уже тройку. Ну, бери тройку. Так. А их же оборудку вообще не ставил, или не надо? Так, а оборудка там этот... Ты пока она дешевая, на этих уровнях можешь поставить оборудку. Она там 4, 5 тысяч, 6 тысяч. Или 400, 500, 600, что-то такое. Да. Так, вот вентиляция. Так, вентиль поставлю. Ой. Ни хрена себе бокальчик. Ебать, таким бы... Мать, ты не помрешь от бокальчика такого? Ебать.
Бля, с такого бокала бы да коньяк пить. Ёб твою мать, мать, да что с тобой? Ты опереела, а у тебя уже назад льется. Нормально. Ну да. Нормально. Ебать. Нормально. Пиздец. Ебанько. Это уже в каком пропуске где? А, чего? Ты уже в этом, в пропуске уже где? А, слушай, в пропуске я... сейчас скажу. Ебанько. Погоди-ка. А, в пропуске у меня уже 22 уровень. Получше. Ага. А там что, по 10 этих штучек нам всего лишь? Ну да, там типа фармишь их и получаешь. Я понял. Так, ну что, опять? Да, опять туда же поедем. У меня барабанчик на 2 выстрела. Не, у меня цикличка. Бой начинается. Блин, мне не нравится тут прицеливание это. А я тупо на автоприцел беру, особо не выцеливаю. Че, приехал, сейчас уедет, он там. Я в тебя, по-моему, попал. Нет. Наверное. Есть пробитие. А вон он под кусту сидит. Пробил. Вообще чел голову оторвали. Тогда тут система взрыва вообще какая-то интересная. Пробил. Да, у меня вот у тебя сколько там КД? 3 и 3. У меня 5 секунд и у меня еще 2 выстрела. А, я думал, я его дважды не побил. Доберу. Это я ему пока оторвал? Да. Не, этот 15-й, блин, клёвый танчик. Так, ну тут... А, он один остался. Я его никуда не побиваю. Красиво. Просто разносим.
кстати, как-то быстро это уровни поднимаются. Ну, это ж хорошо. Да, и потом... Так, четверочки. И тут будет сложно их пробить мне. Потому что я голду опять забыл заразить. Ну, у меня 20 снарядов есть. Поехали. Я, скорее всего, уже здесь на гору... А, лишь не догадываю. Блин, 50 километров в час, ну вот и нет. Не 40. Там кос. Засветил? А сейчас от Т-15 будет. Пробитие. А теперь они вдвоем на меня сейчас упарывают. Еду. Живи, хилься. Хилься, живи. Я его доберу. Ну, да. Есть пробитие. Я ему голову оторвал. Есть пробитие. Пробил. Есть пробитие. Готов. Пробитие. Пробитие. Сюда. Тут пока это, поиграй один, я поймал встречу. Давай. Пробитие. Я по нашему попал вместо танка. Кстати, у нас снег вышел и до сих пор очень не растаял, странно как-то. Не пробито. Даже сегодня еще шел снег. Что-то как-то странно, уже неделю почти лежит снег. Нормально. А вот наградника это давно такого не было. Я в него стреляю, рикошет прям в тебя летит. Есть пробитие. Мне похуй, я еду рядом с ним. Пусть не разбито, движение невозможно. Пробил. Есть пробитие. Давай, убивай. Готов. Ладно, я пошел пока с хардкорой, к вам встречу и пойду. Давай. Ой, круто. 1000 урона, красавчик. Так, а сколько я получил за бой? Я стрелял фул голдой, я еще в плюсе остался на 13 тысяч. Круто. А, да, Егор, дали медальку, братья по оружию. Да? Да, мне. Если я правильно понимаю, сейчас я гляну. У тебя 4 мастера есть? Да. Да, и 2 медальки братья по оружию. Ну, я же тебе говорю, после больших танков в этих танках играть одно удовольствие.
Ну да. Просто едешь, едешь, всех нагибаешь и вообще насрать. Ну, да. У нас среднего урон 619. Ну да. Процент побед 83. Ну это потому что еще пока, видишь, во взводе катаем. Когда ты соло начнешь играть, ты прочувствуешь всю боль, так сказать. Вот. Одно интересное, где здесь эти кланы? Кланы? А, кстати, кланы. А ты можешь по моему клану посмотреть? Что? Это создать клан невозможно. Чтобы создать клан, ну, необходимо техника не меньше 5-го. Не меньше чего? Не меньше 5-го уровня. А, ну да. А вступить в клан как? Че, я там, я могу вступить в клан. Ну, можешь ко мне в клан вступить. Вот. Да блин, зачем я тебя в азот пригласил? А? Нет, я спасибо. Это вообще, блин, а тут вообще запутался в этом... Интерфейсе, да? Да. Бывает, понимаю. Так, где это? Ладно. Вставление третьего уровня тут? Ну да, но я же тебе говорю, тут играют, блин, такие, блин, чисто пятничные игроманы, блин, под пивко. Все, я вступил в клан. Красавчик. Ну все, иди мамку встречай, тогда придешь, если еще не поздно будет, так поиграем еще. Как поздно? Я могу до 3 часов. А, нет, до 3 нет, до часа. Ну окей, давай. Давай, сейчас. А на каникулах я могу хоть до утра сидеть играть. Я сам уже один. Так что. Ну, это круто. Ну давай, ладно. Пока. Придешь, я в Дискорде буду. Ага. Так, ну что? Надо вот этого паренька качнуть. 10.4. 10.4. Так. Либо же, я думаю, наверное, покатать на СРВшке. Чтобы качнуть еще СТРВшку, потом качнуть барабанщиков. Вот это будет огонь. Вот это будет тупо огонь. Так, вот это. Напрягал меня. Ой, господи. Так, вагон может дать бронзер. Авторе крупным горит соответствующий. Поехали!
Дедушка у них утопилась, я так понимаю. Дальше. Так. Окей. Чувак, а ты еще боев, и он сдох с 12 урона. Понимаю. Господи, ладно. Пока на этом все. Егорыч придет, и тогда мы продолжим нагибать рандомчик. Вот блица.